Ивиан Саркоз, мисс мира 2011, родилась 26 июля 1989 года в Гуанаре, Венесуэла. Будущая королева красоты росла в небогатой многодетной фамилии, и неудивительно, что после года пребывания в качестве победительницы, девушка основала собственный фонд помощи детям из малообеспеченных семей. Юй Вэньси, мисс мира 2012, родилась 6 августа 1989 года в Шанчжи, Китай. Девушка является профессиональной певицей и предпочитает исполнять классические китайские произведения. Юй также снялась в нескольких фильмах и телешоу у себя на родине. Меган Янг, мисс мира 2013, родилась 27 февраля 1990 года в Александрии, штат Вирджиния, США. Однако детство и отрочество девушка провела на Филиппинах. Меган стала первой филиппинкой, завоевавшей этот престижный титул. Сейчас красавица снимается в кино, ведет программу на телевидении, а также появляется в различных телешоу. С ума сойти мне! Ролин Страус, мисс мира 2014, родилась 22 апреля 1992 года в Волксрусте, ЮАР. Девушка с ранних лет участвовала в различных конкурсах красоты. Ролин получила медицинское образование и является активистом, выступающим за различные инициативы в области здравоохранения и образования. Также красавица владеет навыками игры на нескольких музыкальных инструментах. Мирелла Лагуна Роя, мисс мира 2015, родилась 21 ноября 1992 года в Барселоне, Испания. Девушка является первой испанкой, победившей в конкурсе. До того, как стать успешной моделью, Мирея работала переводчиком, красавица владеет несколькими языками и является послом доброй воли различных благотворительных организаций.